Кирова, по образованию я врач-косметолог. На сегодняшний день являюсь руководителем очень многих направлений. И в частности, мое любимое детище – это Центр красоты Афродита. В предпринимательстве я уже более 15 лет. Непосредственно Центр красоты около 15 лет в нашем городе развивается. И на сегодняшний день мы держим достаточно такую лидирующую позицию не только в нашем городе, но и в нашем округе. Конечно, работаем уже очень давно, у нас очень большая база постоянных клиентов. И до встречи еще с программой ВТС я очень долго анализировала и искала, что же все-таки выбрать, какую систему лояльности для того, чтобы данная система соответствовала всем требованиям. И, наконец-то, были фишки, но, к сожалению, ни одна система не соответствовала всем тем требованиям, которые я ожидала. Ну и, конечно же, программа ЕДС позволила максимально именно решить все основные задачи, которые я ставила перед любой системой лояльности. Конечно же, это коммуникация с клиентами, это сбор обратной связи, оцифровка клиентской базы, удержание клиентов, увеличение среднего чека, ну и, конечно же, возможность и благодарность нашим пациентам постоянным, то, что они нас выбирают. И вот как раз в ноябре 2016 года я решила сразу же приобрести полный пакет ЕДС, чему также всех призываю, так как данная система как раз позволяет максимально реализовать все возможности данной платформы. На тот момент мы были единственные в городе, подключившиеся в эту платформу. Конечно, были определенные трудности, сложности, так как не все еще хорошо знали данную систему 4 года назад. И, конечно же, очень много сил потребовалось нам для того, чтобы рассказать о данной системе, о возможных бонусах, которые мы предоставляем. И вот, наконец-то, уже мы работаем с этой системой 4 года, и уже есть определенные результаты. Буквально в течение 2 лет мы активно очень оцифровали нашу клиентскую базу. Многие, конечно, сначала нехотя подключали это приложение, но потом мы уже видели, как идет огромная динамика среди рекомендаций наших пациентов. И все уже, многие приходили, когда к нам в первый раз, уже многие говорили, а можно ли нам подключить данную бонусную систему. Чему мы тоже были очень удивлены и рады, потому что действительно это стало активно уже работать. И за 4 года мы оцифровали 1450 пациентов, клиентов, совершили покупки 1100, средний чек около 6000. Мы предоставляем очень большой перечень косметологических услуг, то есть это вся косметология, инъекционная, эстетическая, аппаратная. У нас большой центр массажных всевозможных направлений, в том числе есть интернет-магазин, солярий, в общем, все услуги бьюти-сферы. И, конечно же, данная платформа позволила нам максимально нашим пациентам рассказать о всех наших направлениях, которые, ну, как бы у нас существуют. Вот за это время мы стали анализировать весь наш оборот, и вот тоже эти цифры меня в том числе очень удивили. Вот, за этот период времени оплатили в рублях у нас около 40 миллионов рублей наши пациенты, баллами оплатили чуть больше миллиона, ну и всего осталось баллов у клиентов еще около 600 тысяч.
Что же является залогом такого роста? Мы тоже долго анализировали. Это, конечно же, наши постоянные клиенты. Так, почему мы еще сразу выбрали полный тариф? Потому что мне именно очень хотелось именно максимально упорядочить своих клиентов. То есть мне было интересно, когда у них день рождения, мы хотели максимально их поощрять, мы хотели им дарить подарки в эти дни. Вот. Но ни одна система лояльности не позволяла такой возможности. И именно в UDS эти все возможности как раз есть. Какие же инструменты мы активно используем? Конечно же, это бонусная программа. Мы создали три уровня. Первый уровень – это красотка. То есть всем пришедшим к нам первый раз мы предоставляем бонусную скидочку 3%. Вот. А далее, если уже пациент совершал покупку на сумму более 400 тысяч рублей или сделал 50 рекомендаций, мы предоставляем уже 7%. Вот. И таким образом у нас уже уровень рекомендаций дошел до 6 уровня. Также собираем обратную связь очень активно, что также способствует повышению качества и уровня сервиса нашей клиники. Вот. Очень рады, что есть возможность получать отзывы и оценки, вот, потому что не всегда бывает такое, что я могу услышать напрямую эти отзывы. Вот. А зайдя в данную систему, я уже вижу адресно, кому какая услуга была предоставлена, вот, и кому адресно делают положительные отзывы. Ну и, конечно же, что для меня тоже было очень приятным, что здесь есть непосредственно адресное автоматическое поздравление с днем рождения. Вот, и всем нашим пациентам по дню рождения мы дарим дополнительно 200 рублей, 200 бонусов, чему тоже все очень рады. Вот. В том числе есть постоянная новостная рассылка, пуш-уведомления, постоянно какие-то акции мы проводим, каждый раз информируем всех наших посетителей, всех наших пациентов. Вот. Ну и, конечно же, всегда повышаем уровень и сервис, и качество наших услуг. Самое основное, конечно, это рекомендации. Вот, город у нас очень маленький, город Губкинский, тут у нас всего 30 тысяч населения. Вот, и в первую очередь нам было очень важно, чтобы у нас всегда был высокий уровень рекомендаций, вот, потому что по нему мы могли понимать, где мы отстаем и над чем нам еще стоит поработать. И вот на сегодняшний день глубина рекомендаций уже достигла 6 уровней. Эффективность рекомендаций здесь вы тоже можете увидеть. Здесь вы видите, что один клиент сделал покупку на сумму 46 тысяч рублей. Всего по рекомендациям к нам пришло в базу 422 человека. И только из них 111 человек пришли и купили на сумму 3 миллиона рублей. Вот. А для меня это все обошлось в 78 тысяч баллов в виде скидки. То есть это очень эффективная система рекомендаций. Конечно, у нас есть очень много всевозможных фишечек до продаж. То есть, например, к нам приходит пациент, проводит дорогостоящую процедуру, и всегда я, как врач-косметолог, даю рекомендацию по уходу домашнему за лицом, телом, либо волосами. Вот. И в нашем интернет-магазине профессиональной косметики также у пациента сразу есть возможность приобрести этот товар. И благодаря разбиванию чека, то есть мы сначала проводим услугу, допустим, там 5 тысяч рублей,
И плюс пациент покупает, например, какой-нибудь крем по уходу за лицом. И сразу же на данный продукт, на данный товар, либо на любую другую услугу мы также проводим и списываем сразу то количество баллов, которые у него получилось произвести, оплатив данную услугу. И, конечно, нашим пациентам это все очень нравится, то есть они, проведя какую-либо услугу, сразу же получают очень хорошую процентную скидку, иногда это бывает до 30%. И зачастую данный продукт идет им в подарок, чему безумно рады наши пациенты. Когда наступил период самоизоляции, конечно же, для нас это тоже был достаточно такой сложный период. Мы не работали, мы все были дома. Очень много было отзывов от наших пациентов по поводу домашнего ухода. И как раз мы решили в этот период воспользоваться именно инструментом интернет-магазина на нашей платформе. Благодаря очень быстрой коммуникации мы буквально за 3 дня запустили интернет-магазин, так как у нас очень большой магазин профессиональной косметики, весь этот товар просто стоял. Вот. И благодаря организации данного интернет-магазина мы смогли организовать доставку, запустили за 3 дня, и в период изоляции тоже заработали достаточно хорошую сумму, около 100 тысяч рублей, как говорится, не выходя из дома. Как только мы вышли уже с этого периода изоляции, конечно же, максимально стали информировать наших пациентов о том, что мы вышли, о том, что мы предоставляем всевозможные скидочки и максимально работали в этот период и заработали практически 1 700 000 буквально за 1 месяц. Хотелось бы выразить огромную благодарность за предоставленную возможность поделиться своим опытом. Всех агитирую, всем рассказываю о данной системе лояльности, так как считаю, что на сегодняшний день просто даже нет таких систем, как ЮДС, так как данная система именно в полном пакете позволяет максимально реализовать возможности, максимально привлечь еще большую базу клиентов. Вот. И самое главное, данная система позволяет благодарить наших клиентов всевозможными способами. У меня все. Диана, спасибо большое. Это очень крутые результаты. Я прям сидела и вдохновлялась. После выхода из карантина 1 700 000 выручки – это очень сильный результат. Еще и в таком небольшом городе, Губкинский, да? Да. 3000 населения – это шикарный вообще кейс. Вы вообще большая молодец, что используете все инновационные инструменты, которые появляются на рынке, как собственник, уделяя вообще такое внимание своему бизнесу и своим клиентам, давая возможность вообще покупать у вас. И да, все-таки пандемия, кризис, да, и все, что происходит для клиентов, тоже определенный такой этап, да, в жизни. А вы даете скидки и даете возможность сохранять потребительскую активность, способность приходить к вам, с удовольствием поощряете их своими баллами в бонусной программе. Это очень здорово. И тут ребята тоже пишут: спасибо, Диана, круто, отлично, вы супер, горжусь работе с вами. Это вот Иван пишет. Спасибо большое. На самом деле у меня сейчас еще одна идея возникла медицинской одежды. И непосредственно хочу так, Диана у нас вылетела. Что со связью? Да, Диана, еще раз. Да, вы подключились снова. Что-то
Да-да-да, я хотела сказать, что создаю новое еще направление, это магазин медицинской одежды, и хотела бы подключить в том числе тариф Light непосредственно к этому магазину для того, чтобы интегрировать свою уже имеющуюся базу клиентов в нашем салоне непосредственно с этим магазином. Очень понравились предыдущие спикеры, Ольга Ростова, магазины, то есть есть действительно... что у них, чему у них поучиться. Да, согласна. Хорошее решение, супер. Тогда ждем вашу карту дисконтную в нашем приложении. Будем подключаться, рекомендовать. Спасибо вам большое за сегодняшнее выступление. Спасибо, что согласились показать какие-то свои инструменты, свои цифры. Спасибо большое. Спасибо. Все, счастливо. Спасибо. Угу. Да, друзья, ну вот представляете вообще, как классно. Поделитесь тоже обратной связью, как вам кейс такого